Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как реагировать на игнор и что делать? Никаких ссор этому не предшествовали. Был просто откровенный разговор без каких-то негативных намерений. Человек уже месяц как просто перестал отвечать и открывать сообщения. Не заблокировал или ЧС, а просто игнор. Я даю возможность не отказывать в чем-то, например, в общении. Нет смысла меня избегать, лишь бы честно и прямо говорить. В итоге мне плохо. И не от самого факта, что со мной не хотят общаться, а от факта, что я не могу понять почему, и что это даже не хотят аргументировать. Словно я вызываю отвращение, ты даже ответить нет желания, хотя никаких аргументов этому нет. Это просто очень странно. Какие мои действия? Просто в ответ заблокировать везде человека? Для меня странно. И как-то по-детски. Хочется уже как-то отпустить человека из ситуации, но это покоя не дает. Смотрите, здесь, на мой взгляд, дело в следующем. Во-первых, вы не доверяете себе. Во-вторых, вам действительно больно. Ну, то есть это на самом деле неприятно, то, что вы описываете. И, на мой взгляд, вам необходимо, первое, проживать ваши чувства, то есть прожить их, выразить, выговориться, если угодно. А второе, это учиться доверять себе. То есть вам нужны аргументы, вам нужны объяснения именно по той причине, что вы не доверяете себе. Вы уже на это как-то реагируете, вы уже как-то откликаетесь на то, что происходит. Но вам все равно нужно подтверждение. Вам все равно нужно подтверждение. Подтверждение тому, что происходит. Здесь недоверие себе. Еще один важный момент заключается в том, что вы себя обесцениваете. Как будто бы. То есть ваша, так скажем, высказывание на тему того, что человек испытывает к вам отвращение, это по факту ваше собственное. Ну, решение. Это ваше собственное высказывание. И это высказывание является следствием того, что вы о себе думаете. Это является следствием того, что вы сами о себе думаете. Не имеет отношения к тому, что на самом деле происходит. Потому что человек может игнорировать вас по каким-то своим причинам, по каким-то своим соображениям, и вы здесь может быть, даже ни при чем. А если вы говорите о том, что разговор был без негатива, если вы говорите о том, что человек просто сам начал вот так себя вести, то это история про его восприятие и про его ответственность. Но также это история про то, что внутри вас есть обесценивающее тенденция. Именно обесценивающая тенденция.
эти обесценивающие тенденции, судя по всему, не дают вам покоя. То есть обесценивающие тенденции внутри вас. Готовность к тому, чтобы почувствовать себя не очень хорошо. К сожалению. Вот. И очень важно, это увидеть вам. Очень важно это заметить вам. И на эти вещи обратить внимание. Обратить на эти вещи свой взор. Я хотел бы, чтобы вы это увидели. Я хотел бы, чтобы вы к этому присмотрелись, да, и прислушались. Как мне кажется, это очень важный момент. То, что вам делать, вы можете решить сами. То есть я думаю, что вы сами способны решить для себя, как вам действовать в этой ситуации. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Но для того, чтобы увидеть, как вам действовать, для того, чтобы увидеть, как вам себя вести, для того, чтобы вы увидели, как реагировать, нужно, чтобы вы вошли в контакт с собой. Без этого невозможно откликаться на то, что происходит. Вот такой, по моему мнению, ответ вам можно дать. Также я бы хотел обратить ваше внимание на то, что для вас значит человек, то есть какой он для вас имеет значение и что для вас общение с ним. Привязаны ли вы к нему? Если да, то как? За счет чего? Вот на эти вещи нужно тоже вам обратить свое внимание. Ну, по моему мнению. Вот. Так вот, я бы вам сейчас ответил. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии.
На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она, в смысле помощь, пригодится. И буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Удачи вам. Обращайтесь. Не затягивайте.